Всем привет! Вы на канале Gadget Money. Сегодня мы распакуем очередную посылочку. В этот раз от компании Huawei. Это будет интересно. Мы начинаем. Поехали! Ну что вам сказать, если я скажу, что я рад этой посылке, значит, соответственно, я вам слукавлю. Ну что, дорогие друзья, ну наконец-то настала пора интересных, действительно очень интересных гаджетов на нашем канале. Перед вами посылочка с официального магазина Huawei в России. И здесь, надеюсь, будет лежать смартфон Huawei Nova. Давайте раскроем и посмотрим, что же он себя представляет. Это будет первый взгляд на данный смартфон. Где и как его приобрести, я оставлю ссылочки в описании под этим видео. На самом деле все очень достаточно быстро приходит от компании Huawei в России. Вот у нас есть официальные бумажки. Все доставляется компании SPSR. Я заказал два, соответственно, смартфона. Это первый из них. Говорят, что данный смартфон будет хитом продаж зимы 2016-2017 года. Давайте сакцентируем ваше внимание на коробочку. Вот так вот выглядит коробка смартфона Huawei Nova. Здесь есть все технические спецификации данной модели. Ну что ж, давайте посмотрим на данный смартфон. Краткая информация о компании Huawei. Компания Huawei сделала по продажам все остальные компании, которые производят смартфоны на Android. Итак, Huawei в России идет семимильными шагами. Вы постоянно можете приобрести смартфоны с дополнительными какими-то скидками, распродажами. Допустим, сейчас, даже спустя Черную пятницу и вот это вот все, что происходило не так давно, на данный момент компания Huawei продает этот смартфон за 22 990 рублей. В подарок вы получаете оригинальную селфи-палку от компании Huawei, оригинальный внешний аккумулятор на 13 тысяч мАч и дополнительный кабель USB Type-C. Вот так вот расположен у нас, соответственно, смартфон в коробке. Откладываем его в стороночку. Здесь у нас есть два пенала. Нарисовано то, что здесь есть крепочка, наушники, зарядка. В одном из пеналов в комплекте с Huawei Nova идет гарантийный талон, инструкция по эксплуатации официально на русском языке. Также в этой коробочке у нас следующая есть скрепочка для извлечения лотка для двух сим-карт. Зарядное устройство сразу на российские розетки 5 вольт 2 ампера. Достаточно хороший качественный USB Type-C кабель. Комплектные наушники, при этом они должны звучать хорошо. Она также является гарнитуркой. И также скрепка для извлечения лотка под сим-карты. Перед вами Huawei Nova. Это очень свежая модель от компании Huawei, одна из последних. Данная модель от компании Huawei обещает стать хитом. Huawei Nova имеет следующие технические характеристики. 5-дюймовый IPS дисплей с Full HD разрешением, 3 гигабайта оперативной памяти, 32 постоянной, 12-мегапиксельная основная, 8-мегапиксельная фронтальная, аккумулятор емкостью 3020 мАч. За работу данного устройства отвечает 8-ядерный процессор Snapdragon 625. Из интересных особенностей у нас есть сканер отпечатка пальцев, наличие NFC модуля, а также очень интересный дизайн. Если честно, смартфон напоминает нам Huawei 6P, а Huawei 6P, вы знаете, стал уже хитом. Друзья, если сказать, что этот смартфон очень красивый, это практически ничего не сказать о нем. Это прекрасное, прекрасное устройство. Внешне оно очень-очень компактное, но очень красивое. Сделано из металла. Конечно же, присутствует пластиковая вставка для того, чтобы пропускать сигнал. Если честно, я хочу пользоваться данным смартфоном. Я хочу его на самом деле как постоянное устройство. Давайте же посмотрим, на что способен данный смартфон. Ну а пока смартфон включается, давайте поговорим о его внешнем виде. Выполнен он из цельнометаллического куска алюминия, соответственно, с пластиковыми и стеклянными вставками сверху и снизу. Но отличие от Huawei 6P, то что у нас стеклянная вставка идет заподлицо с металлическим корпусом, что делает данный смартфон еще тоньше, еще элегантнее, еще красивее. Впереди, как я говорил ранее, у нас 5-дюймовый IPS дисплей с Full HD разрешением, 2,5D загнутое стекло с отличными углами обзора, а также, конечно же, с отличным олеофобным покрытием. На задней стороне смартфона у нас расположена 12-мегапиксельная основная камера с возможностью съемки вплоть до 4К. Технические характеристики камеры таковы, что это 1,25 микрометра, то есть, соответственно, он будет делать очень хорошие съемки в условиях слабой освещенности. Также на задней стороне у нас есть сканер отпечатка пальцев и логотип компании Huawei. Снизу, конечно же, это пластиковая вставка для уверенного приема сигнала. Спереди IPS-дисплей с отличными углами обзора, конечно же, фронтальная камера, разговорный динамик. Снизу у нас надпись «Компания Huawei». В правой грани устройства у нас есть клавиша включения-выключения, сдвоенная регулировка громкости. На левой грани у нас только лоток
для двух нано-сим-карт, которые работают, соответственно, попеременно, потому что всего лишь один радиомодуль. О, господи, какой это клевый смартфон. Huawei Nova. На самом деле, ты меня поразил. Вообще, компания Huawei, честно, просто молодец. Приобретая смартфон у официального представителя на территории России, вы получаете, конечно же, гарантию в течение года, дополнительные какие-то сюрпризы в виде подарков при заказе. Давайте попробуем зарегистрировать палец. Вообще, очень все быстро. Настройка завершена. Вообще офигеть, друзья. Честно, просто офигеть. Автоматическая яркость. Вот так вот выглядит у нас прекраснейший IPS-дисплей. Давайте поговорим о дисплее. Это 5 дюймов, Full HD, 443 точки на дюйм. Это, безусловно, отличные углы обзора. Это красивая цветопередача. Это клевая цветопередача. Это контрастная цветопередача. В настройках данного смартфона есть возможность настроить по цветовой температуре данный дисплей. Это очень хорошее решение по одной простой причине, что некоторым нравятся более холодные оттенки, некоторым более теплые. Но быстродействие, конечно же, здесь никаких лагов, фризов и всего вот этого вообще нету, то есть отлично себя ведет. Есть предустановленные приложения в российской версии смартфона. Это, конечно же, у нас здесь всякие Яндексы, всякие всевозможные Сбербанки. Все это уже предустановлено на ваш смартфон. Некоторые продавцы, такие как Связной или М-Видео, за это берут дополнительные деньги за установку приложений. Здесь все уже предустановлено. Давайте посмотрим, как быстро реагирует сканер отпечатка пальцев. Моментально. Просто моментально. Давайте послушаем звук. Максимальная громкость, интересно. Да, это громкость максимальная, звук с основного динамика. Данный смартфон работает, конечно же, на Android в версии 6.0 с фирменной надстройкой Emotion 4.1. Основная камера данного смартфона 12 мегапикселей с возможностью снимать в различных режимах съемки, в том числе и в ручном, с возможностью снимать видео вплоть до 4К, 30 кадров в секунду. Конечно же, есть возможность снимать в ночное время суток, причем данная камера обещает нам показывать неплохие результаты как раз-таки именно в темное время суток. Уже сейчас, по предварительным ощущениям, действительно камера будет фоткать на ура, отлично делает. Есть возможность, конечно же, фотографировать в HDR. Помимо основной камеры, конечно же, присутствует и фронтальная на 8 мегапикселей. Вы можете снимать Full HD видео, это тоже очень хорошо. Ну и снимочки, которые сделаны просто моментально здесь и сейчас, выглядят следующим образом. Ну что, друзья, хотелось бы вам рассказать о первых впечатлениях на данный смартфон. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось в том, что здесь действительно компактность корпуса, соответственно, у нас 5 дюймов, алюминий со стеклянными вставками. Он очень сильно похож на Huawei 6P, но у него есть чем похвастаться, все заподлицо, соответственно, ничего не выпирает. Достаточно удобно лежит в руке, у него прекраснейший дисплей, отличная камера. Мы будем более детально тестировать камеру данного смартфона, быстродействие данного смартфона, о чем мы расскажем вам в отдельном видео. Большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш Инстаграм. Все ссылочки будут в описании, где и как приобрести данный смартфон. А я вам советую его приобретать. Будет также в описании под этим видео. И, конечно же, пользуйтесь нашим сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на своих покупках в интернете. Ну а Huawei, там тоже есть скидочка. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.